Промышленный форум «Локомотивы роста» впервые прошел в Нижнем Новгороде. Событие связано с реализацией проекта партии «Единая Россия». В работу форума включилось более 30 предприятий Нижегородской области. Цель – помочь перспективным предприятиям, представителям малого и среднего бизнеса. Позитивный опыт крупных игроков промышленного рынка может быть использован и в небольших компаниях. Нижегородский форум дал старт всей кампании, мероприятие пройдет и в других регионах России. Программа должна внести вклад в развитие субъектов страны.